В Ульяновске стартовал чемпионат России по женскому боксу. В течение недели более 200 спортсменок определят обладателей 10 комплектов наград. В составе дагестанской команды выступает двукратная чемпионка мира Земфира Магомедалиева и призер чемпионатов мира и Европы Саадат Далгатова. Также нашу республику на чемпионате представляют Кристина Плетнева, Патимат Магомедова, Диана Шихаева, Ярослава Якушина и Патимат Айшалова. Турнир отборочный. По его итогам наставники сформируют национальную команду для участия в квалифицированном турнире к Олимпийским играм в Токио. Финальные поединки намечены на 31 октября.